Отвечал на вопросы. So, Шрила Прабхупада was Krishna's ambassador. Шрила Прабхупада однажды говорил с послом. With an ambassador phone, microphone. Funny, in every temple the microphone's always like this. И в каждом храме микрофон вот такой вот почему-то. Even in Bhaktivedanta Manor. Даже в Бхактивиданта Бэннере он такой же. Yes, so what was I saying? How Prabhupada preached and how he would answer questions. This is the subject today. Мы поговорим о том, как Прабхупада проповедовал и как он отвечал на вопросы. Вот это сегодняшняя тема будет. And he was a wonderful ambassador of Krishna. Wherever he went, he gave Krishna bhakti. И он был отличным послом Кришны. И куда бы он ни приходил, он всем давал бхакти. He spread bhakti where bhakti had never been spread before. Он распространял бхакти в тех местах, где люди никогда не слышали о бхакти. Of course, this was the desire of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. И, конечно же, это было желание Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды. They opened up the floodgates of love of God. Именно они открыли ворота любви к Господу. And made no distinction. И они не различали никого. Any country. Им было все равно, какая это страна. Any color. Какой цвет кожи у людей. Any caste. Какая каста. Any, no limitations. Никаких ограничений не было. Even here in Ukraine, we are seeing Krishna consciousness spreading rapidly throughout the country. И даже здесь в Украине мы видим, насколько широко распространяется сознание Кришны. And why is this? Besides the fact that Lord Chaitanya and Nityananda desire it. И Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, они так хотели этого. The reason why it is spreading throughout the world is because we are still receiving unlimited mercy from Krishna's Senapati Bhakta, Commander-in-Chief Srila Prabhupada. И почему же сознание Кришны до сих пор распространяется со времен, когда здесь присутствовали Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда? Да потому что на землю до сих пор проливается милость великого Бхакты Шрилы Прабхупады. So if we want to be successful, we need to study how Prabhupada was so successful. What was his secret? И если мы хотим преуспевать, то мы должны постоянно изучать секреты Прабхупады. Что же он сделал? В чем его секрет? And of course, I mentioned last night that one of the very, very special aspects or characteristic of Srila Prabhupada was that he was the only one who told the truth, whereas others have been telling us lies. И вчера я уже упоминал об очень важном аспекте про Шрилу Прабхупаду. Он всегда говорил нам правду, а другие постоянно лгали. Yes. From
on the carton of juice it says 100% pure. И даже вот на коробке с соком написано 100% натуральный сок. To the landing on the moon. To the landing on the moon. Посадка на Луну. Ну было такое, да. Нам брали. It is all lies. Нам постоянно брали. Is your carton of juice pure? А у вас сок чистый, натуральный, в коробках продается? 100%. 100%. I'll give you 2%. Но я бы сказал, там всего лишь 2%. And if I was to rewrite their carton of juice, not your carton of juice, their carton of juice. Если бы я переписал название на коробках с подсоком, не на ваших коробках, а на их коробках. I would write on the packet. Я бы написал на упаковке. 100% rubbish. 100% полная чушь. Come and purchase. Come and buy. Подходите и покупайте. Landing on the moon, we all know nowadays, if you Google moon landing, it's all there. So many hoax theories. No one believes in the moon landing. И вот так же, как с посадкой на Луну, если вы сейчас загуглите и просмотрите ролики и записи, которые есть в интернете, больше никто не верит, что люди когда-либо высаживались на Луну. So it's lies after lies after lies after lies. И просто ложь на лжи. Ложь на лжи, на лжи. More lies, more lies, more lies, 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 lies. Больше лжи, ложь, ложь, везде одна ложь. Ещё лучше. Speak the truth, you know. Махарадж правду говорит. So, but Prabhupada came and told us the truth. Но Прабхупада, он пришёл и сказал нам правду. And he was confronted by so many different people. И люди так часто бросали ему вызов. You have religionists. Вы религиозный человек. Scientists. Вы ученый. Националист. Humanitarians. Гуманитарий. Women's liberation. Борец за освобождение женщин. And the frustrated Hindus who are demigod worshippers. И индус, который поклоняется полубогам. He was able to confront them all. И он мог легко ответить им всем. И представить должным образом сознание Кришны. So here is some of the ways in which he would preach to these different kinds of persons. И вот мы сейчас поговорим о нескольких путях, как он проповедовал всем этим людям. We will start with the religionists. Мы начнем с религиоведов. With the religionist, he would come more or less down to the ABC platform. И с ними он говорил на таком очень начальном уровне АБВ. And he would say. И он им говорил. In all species of life, the soul exists. Абсолютно во всех видах жизни присутствует душа. To understand God. И для того, чтобы понять Господа. You must first stop killing your mother. Сначала необходимо не убивать свою мать. So this is ABC. И вот это очень начальный уровень АБВ, как в школе. Thou shalt not kill. Просто нужно научиться не убивать для начала. This is a very clear statement in the Bible. И даже в Библии это очень ясно прописано. Very clear. Очень ясно. Thou shalt not kill. Мы не должны никого убивать. But they have made a new interpretation. Но они придумали новую интерпретацию этой фразы. Thou shalt not murder. Я не должен убивать именно людей. Animals, it's okay. А животные, да ладно. But don't murder. Но главное не убивать людей. Don't murder a human being. Не убивать людей. This is how they interpret. Именно вот так они сейчас интерпретируют вот эту заповедь не убей. So. In Krishna consciousness, from the very beginning, this is the first thing we learn.
И в сознании... But there's a difference between the body and the soul. И в сознании Кришны это именно первая вещь, которую мы изучаем, что есть разница между телом и душой. And that soul exists within all living entities. И эта душа, она находится в каждом живом существе. And therefore, animals like us have feelings. И у животных так же, как у нас, есть чувства. They have rights. У них есть свои права. And they must be protected. И их нужно защищать. But you take any religion, basically, and you'll find that meat-eating is going on. Animal killing, animal slaughter. Можно взять любую религию, и там наблюдается то, что животных можно убивать, и ничего в этом зазорного нет. One of my godbrothers told me at the Bhakti Sangam festival, he mentioned how each year, 160 billion animals are slaughtered every year throughout the world. И один мой духовный брат на Бхакти Сангаме сказал мне, что каждый год убивается 1,6 млн животных, миллиардов животных. It's a lot, whatever the number. Too many. Очень много, я не помню на самом деле число, но очень-очень огромное число. And therefore we are creating a society of non-violence. И мы здесь строим общество ненасилия. A protection of all living entities. Everyone has a right to live and to be happy. Мы стараемся защищать каждое живое существо, и каждое живое существо имеет право на жизнь и на счастье. This is the beginning of God consciousness. И это только начало осознания Господа. Everything's fine. Все хорошо. Shanti, shanti. Shanti. Scientist. Ученые. Prabhupada would say. Прабхупада говорил обычно. Life comes from life. Жизнь происходит из жизни. Nature is injecting millions and millions of souls into material bodies at every moment. Природа порождает живые существа, и душа поселяется в живых существах каждую секунду. What would be your credit if you created life? Что бы вы сделали, если бы вы сотворили жизнь? Simply a cheap imitation. Да просто это была бы пустая имитация. Вы бы не смогли сделать этого. The Nobel Prize should be given to Krishna. И все хвалы нужно давать Кришне. One conversation, Prabhupada was speaking with devotees on a morning walk. И на своей утренней прогулке Прабхупада однажды говорил со своими преданными. He mentioned how the scientists are like dogs barking. Он говорил, что ученые, они как собаки, которые постоянно лают. The real dog barks wonderfully. И настоящая собака, она очень хорошо гавкать умеет. But they want to try to bark better, that's all. Но они всего лишь хотят научиться гавкать лучше, вот и все. He called it the imitation barking of the dog. И он назвал вот этих ученых как имитаторы как собак, которые гавкают. Гав, 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 гав. Вот так, гав, 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 гав. Гав, гав. You have funny dogs here. У вас здесь такие смешные собаки. Yes. And he said that it's just a cheap, you know. Everything happens from a big bang. Rauf, rauf, rauf. И все случается с вот этих громких кав, кав, кав. As far as evolution, there has been no evolution. И на самом деле эволюции никакой не происходило. There are still monkeys. До сих пор есть на планете обезьяны. There's still monkeys around. Они же до сих пор обезьяны, не так ли, бегают вокруг? What's the evolution from monkey to human? И разве существует эволюция от обезьяны к человеку? As far as the missing link. И также о той потере в цепочке. One kick from my boot
И один пинок моего ботинка. That's the missing link. Вот это вот то недостающее звено в цепи. My boot in your face. И вот именно мой ботинок по вашему лицу. That is the missing link. И вот это вот недостающее звено в этой цепочке эволюции. This is how Prabhupada would preach. Вот так вот Прабхупада и проповедовал. Very straightforward. Очень прямо. One kick and you're finished. Вот один пинок моего ботинка в ваше лицо, и все, вся теория развалится. To the nationalists. И как он говорил с националистами? You would say, how can you have United Nations unless you first accept that Krishna is the proprietor of all? И как вы можете говорить об Объединенных Нациях, если вы не принимаете Кришну единым Господом? Yeah, they started this United Nations so many years ago. Must have been about 30 or 40 years ago. Они создали вот эту организацию Объединенных Наций где-то 40 лет тому назад. And still today they're fighting. И до сих пор они все равно продолжают сражаться между собой. This is my land. Это моя земля. That's your land. А это твоя земля. But we'll take some of your land from you. Но мы заберем кусочек вашей земли у вас. And then it will be our land. И затем это будет наша земля. You know the story. Вы знаете эту историю очень хорошо. We don't need to discuss anything. Да, даже не нужно об этом говорить. But everything belongs to Krishna. Но на самом деле все принадлежит Кришне. And this artificial proprietorship of the different leaders big illusion. И то, что какие-то лидеры чем-то владеют, это огромнейшая иллюзия. Some priests in Detroit were criticizing you for stressing education over social reform. И один проповедник, он критиковал на том, что Шрила Прабхупада очень подчеркивал важность образования в школьной реформе. This was a very common criticism that people would say, well, why don't you help the poor and needy? И люди очень часто говорили, да почему вы не пойдете и не поможете людям, бедным людям, которые нуждаются? The handicap. People who are handicapped. Люди, которые с ограниченными возможностями. The drug addicts. Люди, которые употребляют наркотики. The poor. Бедные люди. And Prabhupada explained that, well, we do some humanitarian work. We distribute prasad, that is humanitarian work. И Прабхупада говорит, что да, мы проводим гуманитарные работы, и мы распространяем прасад. Вот в чем заключается наша гуманитарная работа. But our main thrust is to educate the people. Но главной целью нашей организации является обучать людей. And when one lady in London, after one hall, all present. All program. One lady stood up. She also made the same statement. What? Why all this Hare Krishna? Why don't you help the poor and needy? И однажды одна женщина в конце лекции встала и громко заявила то же самое. Ну вот почему вы не пойдете и не начнете бедным людям помогать? Вот это все Hare Krishna. And Srila Prabhupada said. И Шрила Прабхупада ответил на это. Your compassion is like blowing on a boil. Ваше сострадание — это как кастрюля с кипящей водой. Это как ожог. Ваше сострадание — как ожог. I had a boil here. When I first joined, когда я только присоединился к движению сознания Кришны, after 2 days of joining the temple, спустя два дня после того, как я пришел в храм,
There was a big fight between two devotees. Я увидел огромную перепалку между двумя преданными. And it was a great big fight. Они очень сильно спорили о чем-то. And I went running to the temple president. И я сразу же побежал к президенту храма. I was an ex-hippie. Я был бывший хиппи. I said to him, "What is this?" И я сказал, что такое там происходит? I came here for love and peace. Я пришел здесь получить мир и любовь. This is what I get. А я вот что получил. He said, "Don't worry. This is a temple." А он сказал, не беспокойся, это же храм. But it's also a devotional hospital. Но также это госпиталь для преданных. Everyone here is sick. И все здесь очень больны. But at least they're taking the medicine to get well. Но хорошо, что они хотя бы хотят принять лекарство для того, чтобы им стало лучше. And then he said, "Don't worry, something will happen to you too." И он сказал, не беспокойся, когда-то это случится и с тобой тоже. And I was thinking, well, what could possibly happen to me? А я думал, да что может такого со мной случиться? 2 weeks later. И спустя 2 недели. I got this big boil. У меня вот такой этот нарыв появился на руке, на кисти. Still have the scar. И до сих пор у меня здесь есть шрам. 45 years old, that scar. 45 лет этому шраму уже. And I came running to the temple president. I said, "What's this?" Я прибежал к президенту храма и спросил, а что это? He said, "I told you something would happen to you." А он мне ответил, я же говорил, что с тобой тоже что-то случится. He said, "Don't worry, your body is still contaminated." Пожалуйста, не волнуйтесь, ваше тело, оно вредное. That by Krishna's mercy, he's now bringing the contamination out in one place. И по милости Кришны вот это все плохое, оно может иногда вылазить вот в каком-то одном месте. Just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. But I remember that boil. It was really, really wow. Но я помню этот нарыв, он такой был ужасный. You could either blow it to relieve the itching. И нужно было вот так постоянно дуть для того, чтобы он не чесался. Or you lance it. The knife. Или нужно было вот так счищать его ножом. So Prabhupada gave this example. И Прабхупада всегда приводил вот этот пример. That material compassion is like blowing on a boil. Что материальное сострадание похоже на то, как вы дуете на вот этот нарыв. Some temporary relief. Получается только немного облегчить боль. But if you get a knife. Но если вы возьмете нож. And lance it. И надрежете этот нарыв. Then you go to the root cause of the problem. Тогда вы доберетесь до корня проблемы. Krishna consciousness is going to the root cause. И сознание Кришны добирается именно до корня проблемы. And therefore, it is real compassion. И вот это и есть настоящее сострадание. Women's liberation. Борцы за свободу женщин. The function of men and women are different. Функции женщин и мужчин в этом обществе они совершенно разные. The wife has to become pregnant, not the husband. И именно жена должна забеременеть, а не муж. How will you change this? Как вы можете изменить это? It is not possible. Невозможно. A mother's one special service is that she can have children. И особое служение вашей матери заключается в том, что она рожает детей на свет. But in the name of equality, и так называемая равность полов, they are killing the child in the womb. Это просто убийство ребенка прямо в утробе матери. As well as animal killing, there's so much abortions also each year. И также, как и с убийством животных, абортов очень много каждый год, огромнейшее число. And they wonder why there is so much unsettledness, some wars within the world. И они думают и удивляются, почему столько беспокойств и проблем в этом мире. Demigod worshippers. Те, кто поклоняется полубогам.
There was one Indian gentleman. Был когда-то один джентльмен из Индии. He was quite rich. Он был довольно богатым человеком. Big pandal in Hyderabad, big pandal. У него был большой пандал в Хайдрабаде. Thousands and thousands of people. Тысячи и тысячи людей могли туда зайти. And after Prabhupada's lecture. И после лекции Шрилы Прабхупады. He was walking out of the pandal. Он выходил из пандала. And this big rich man came. И подошел вот этот очень богатый человек. Came with his wife. Он подошел вместе с женой. He bowed down at Prabhupada's lotus feet. Они склонились к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. And they looked up to Шрила Прабхупада. Затем они посмотрели на Шрилу Прабхупаду. And the man said, Swamiji, please give me your mercy. И мужчина сказал, Свамиджи, пожалуйста, благословите меня. Prabhupada said, you don't need my mercy. А Прабхупада сказал, вам не нужны мои благословения. No, no, Swamiji, I do need your mercy. Нет, нет, Свамиджи, мне все-таки нужны ваши благословения. And again, Prabhupada said, no, you don't need my mercy. И Прабхупада ответил, нет, нет, не нужны вам благословения мои. He said, you don't need my mercy. И снова Шрила Прабхупада сказал, нет, не нужна вам моя милость. No, 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 Swamiji. Нет, 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 Свамиджи. I am open to your mercy. Я открыт для вашей милости. I am begging for your mercy. Пожалуйста, прошу на вашей милости. I have come here especially today for your mercy. Я специально сюда пришел за вашей милостью сегодня. So then Prabhupada said, all right. И Прабхупада затем сказал, ну ладно. I pray to Lord Krishna. Я помолюсь Господу Кришне. That he takes away all your material opulence. Я помолюсь о том, чтобы он забрал все ваше материальное благополучие. No, 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 Swamiji, not that mercy. Нет, Свамиджи, не такую милость я хотел. This is the Hindus. Ну вот такие вот индусы. Bhaktivedanta manner, you can almost time them. You can even read their minds while they're taking darshan. И вот в Бхактивиданта Мэннере вы даже можете засечь время, вот когда они приходят, и можете прочитать их мысли во время того, как они получают даршан божеств. Come in the door. Ding, ding, ding. Они заходят в дверь, звонят вот там громко в колокольчик. They come before the Lord. Подходят к Господу. And then they hold their hands like this. И потом они держат свои руки вот так. And they're saying in their mind's heart. И в уме они очень сильно повторяют. My wife needs a new car. Моей жене нужна новая машина. My daughter's taking her exams. Дочка сдает экзамены. And I want to expand my own business. А я хочу расширить свой бизнес. You are all merciful, Lord. Господь, ты такой милостивый. Here's a donation. А вот тебе пожертвование. If you improve my status in life, I will give a bigger one next time I come. И если ты поможешь улучшить мой статус в жизни, то я смогу принести тебе побольше пожертвований. And only then do they bow down. И только затем они склоняются перед Господом. And then they're off. И затем они выходят сразу же. It's so funny to see. Очень смешно наблюдать за этим. So these are the different ways that Prabhupada would preach to different kinds of people. И вот таким образом Шрила Прабхупада совершенно по-разному проповедовал разным людям. And to his disciples, he would also have certain things to tell them. И своим преданным он также имел в запасе несколько вещей, чтобы сказать им. One devotee said to Prabhupada, "Prabhupada, I only want to fulfill your desire." И один преданный сказал Шриле Прабхупаде, что у меня единственное желание есть удовлетворить ваше желание. And Prabhupada's reply. И Прабхупад ответил на это. It is not my desire. Нет моего желания. It is the desire of my guru. Есть только желание моего гуру. It is the desire of Lord Chaitanya. Есть желание Господа Чайтаньи. It is the desire of Krishna. И есть желание Кришны. I am not independent. Я не независимый. Sometimes when I do some programs, some whole programs devotees arrange, and I come into the hall, but there's no picture of Krishna, or Chaitanya, or Prabhupada, nothing.
И иногда преданные организовывают для меня программы, и я захожу в этот огромный холл, и я с ужасом вижу, что нет ни единого изображения ни Шрилы Прабхупады, ни Господа Чайтани, ни Кришны. И я спрашиваю преданных, а кто вы думаете, я вот такой? Как я могу давать класс, если Прабхупада не присутствует сейчас здесь? I'm not independent from my guru. Я не независимый от своего гуру. Please arrange a picture immediately. Пожалуйста, внесите фотографию Шрилы Прабхупады немедленно. Prabhupada's mood. Это же настроение Шрилы Прабхупады. He was so humble. Он был настолько покорным, смиренным. But not only did he say that whatever I've achieved is the mercy of Guru and Krishna. Он всегда говорил, что чего бы я ни достиг в этой жизни, это происходит только по милости Гуру и Кришны. He would even go to the extent of saying to his disciples. И он даже говорил своим ученикам. Without your mercy, I can do nothing. Без вашей милости у меня ничего не получится. So this was Prabhupada's mood in regards to him being an achiever of Krishna consciousness. И вот такое было настроение у Шрилы Прабхупады. Это не он достигал чего-то в сознании Кришны. He said, Guru has no personal power of his own. И он говорил, что у Гуру также нету никакой своей личной силы. He is empowered. Он наделен этой силой. Another disciple once said, Шрила Прабхупада, you speak so nicely about Krishna. И однажды один преданный сказал, что Шрила Прабхупада, вы так прекрасно рассказываете о Кришне. И Прабхупада ответил на это. You speak or I speak, Krishna is sweet. И он сказал, что вы говорите или я говорю, Кришна говорит через нас. Sweet meat is sweet whether you eat it or I eat it. И остается все равно сладким послание Кришне. Вы его слышите или я. He wasn't going to let us go with this idea that he was the pure devotee, he is the preacher, he will do everything, and we'll just sit back and watch. И он постоянно выбивал из нас вот эту идею, что он проповедник, что он будет распространять сознание Кришны, что он всего достигнет, а мы будем просто сидеть поодаль и наблюдать за этим. He wanted us all to preach. Он хотел, чтобы мы все проповедовали. When Prabhupada first came to New York, я расскажу о том, как Шрила Прабхупада впервые приехал в Нью-Йорк. He was associating not by choice, but it was this Ramakrishna Nityananda Swami. Был Рамакришна Нитьянанда Свами. Sometimes he would invite Prabhupada to his studio to do kirtan. Иногда он приглашал Шрилу Прабхупаду в свою студию для того, чтобы он провел там киртан. Прабхупада не приезжал сам туда специально. But he would advise Srila Prabhupada that if he wanted to preach in the West, he should abandon his traditional dress. И он всегда говорил Шриле Прабхупаде, что если вы хотите проповедовать на Западе, то лучше не носить свою традиционную одежду. И нужно покончить со своей вегетарианской диетой. Saying that you must embrace the spirit of American life. Но он сказал, что вы должны как можно лучше проникнуться вот этим духом Америки. Even if it means breaking the traditional Indian vows. Даже если это будет означать, что вы нарушите какие-то обеты, которые вы дали в Индии. Но Прабхупада, он был бескомпромиссный. He would say, the others may have compromised. Он сказал, что другие люди должны принимать компромисс.
But they had come to beg technological knowledge. Они должны просить этого знания. Они должны умолять. The reason why they had come to the West is to beg from the Westerners technological knowledge. И причина, по которой мы можем склониться перед Америкой, это прийти и просить у них какого-то знания, технологии. I have not come to beg anything. И я не пришел у них просить что-то. But to give something. Я пришел им дать что-то. Krishna consciousness. Я пришел им дать сознание Кришны. This should be something we all follow in suit. И именно вот этому мы все должны следовать. If Prabhupada can walk the streets of New York in the middle of winter in his dhoti and kurta and tilak, we can also do that here. Если Шрила Прабхупада посреди зимы мог прогуливаться по улицам Нью-Йорка вот так в дхоти, в курте и с тилакой, то мы тоже можем легко это делать. It's very common nowadays to see devotees compromising with their dress. И мы сейчас очень часто видим, что преданные, они не очень жестко следуют этому, они не всегда носят вайшнавскую одежду. Nice to see that the devotees here wearing dhotis and kurtas. И мне очень приятно видеть, что здесь преданные они в дхоте, в курте. The ladies wearing saris. И матаджи они все в сари. But some places I've been just recently. Но недавно вот я был в некоторых храмах. I've had to ask them. И мне приходилось спросить их. Humbly ask them that tomorrow night is it possible you can wear devotional dress? И я смиренно просил их, что если возможно, пожалуйста, придите завтра на программу в вайшнавской одежде. Can you please put some tilak? И пожалуйста, нанесите тилак, если это возможно. Because that will encourage me. Потому что это вдохновит меня. And I explain. И я им объяснил. What if I come and sit on the Vyasasana with a pair of jeans? А что если бы я зашел вот и сел на Vyasasana в джинсах? And no tilak. И без тилаки. Will you listen to me? Вы бы меня слушали тогда? Yes. No, you will. Нет, не слушали бы. You would get the binoculars out. Вы бы достали бинокль и смотрели вот так бы на меня. Maharaj is in Maya. Ага, Махарадж в мае. Right. Не так ли? You would. Вы бы так думали. So therefore, you know, Krishna consciousness is reciprocal. It's not that I have to be an example and no one else has to be an example. И в сознании Кришны мы должны вдохновлять друг друга. Не только я должен быть примером. Мы все должны быть примером друг для друга. We're all interdependent on each other. Мы же зависим друг от друга. I need to be inspired by you. И мне также нужно ваше вдохновение. And you may be inspired by me. И вы также, возможно, вдохновитесь мной. But it's reciprocal. Но это такой двусторонний процесс. Хорошо. Хорошо. Are you sure you're sure? Хорошо. One of Srila Prabhupada's prayers when he arrived in America. И одна из молитв Шрилы Прабхупады, когда он приехал в Америку, была. Was a prayer to Lord Krishna. Была молитва Господу Кришне. And one of the most favorite lines. И одна из самых знаменитых строк в этой молитве. Make me dance. Пожалуйста, заставь меня танцевать. Make me dance. Заставь меня танцевать. Oh Lord, make me dance. Пожалуйста, Господь, заставь меня танцевать. As you like. Как ты этого желаешь. So Prabhupada declared himself a puppet in Krishna's hands. И Прабхупада таким образом подчеркнул, что он является куклой в руках Кришны. He was asking Krishna for his special favor, special grace. You have brought me here. I don't know why, but make me dance. И он просил Кришну, я не знаю, почему именно меня ты отправил сюда, пожалуйста, заставь меня танцевать. This is also a very important aspect of Krishna consciousness, that before we do something, if we have an idea that we want to
to achieve something, then praying to Guru Krishna is very important. И очень важный момент в сознании Кришны, что если мы хотим достичь чего-то, то перед тем, как что-то делать, мы должны попросить милости у Гуру и Кришны. Srila Prabhupada, before even coming to the West, he spent at least 30 years preparing to come to the West. И до того, как Шрила Прабхупада приехал на Запад, он провел где-то 30 лет в подготовке к этому. And there are stories where people have seen him in the middle of the night crying, lying flat on the ground before the Samadhi of Rupa Goswami, begging for his mercy. И люди часто видели Шрилу Прабхупаду, лежащим на земле возле Самадхи Рупы Госвами, и он плакал и умолял его о его милости. These prayers are poems and prayers written or spoken by a preacher. И есть вот такие стихи, написанные проповедником. But although he's fearless in his attempt, he's confident that he will achieve his goal. Он ничего не боялся, и он точно знал, что он достигнет своей цели. But still, even so, he is begging the mercy of the previous acharyas. Но несмотря на это, он все равно просил милости предыдущих ачарьев. And then we come to questions and answers. И вот мы подошли к вот этому моменту вопрос-ответ. We have one book, Perfect Questions, Perfect Answers. У нас есть одна книга «Совершенные вопросы, совершенные ответы». There's always in every species of life there is question and answers going on every day. И в каком бы теле вы ни находились, всегда возникают какие-то вопросы, какие-то ответы. Prabhupada mentions even the birds. И Прабхупада упоминал, что даже птицы. In the morning they're going tweet 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 tweet. Утром они начинают щебетать. Tweet tweet tweet. I want to hear your bird. What's your Ukrainian bird? Chick 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 chick. Ours is tweet tweet. А у нас они тык тык вот так делают. Funny birds you got. У нас также и птицы смешные, не только собаки. So, yeah. So they're asking each other, where should we go to get our food today? И птицы, они спрашивают друг друга, куда бы нам полететь, чтобы добыть еду. This way they're discussing. И они вот так вот обсуждают между собой эти вопросы. And then they come back at night time. А затем они вечером возвращаются. Tweet, 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 tweet. Чик-чирик, чик-чирик. I got my food from such and such place. А я вот там добыл себе пропитание. Oh, I got my food from another place. Ой, а я вот там вот полетел и нашел еду. All this question and answering and discussing is going on in all species of life. Вы знаете, постоянно есть какие-то вопросы, ответы, в каком бы теле вы ни находились. But all these questions and answers that are going on have no value unless it's connected with Krishna. Но все вот эти вопросы, ответы, они не имеют никакой цены, если они не связаны с сознанием Кришны. So after many times after Prabhupada's class, he was asked for questions and answering to go on just to relieve any doubts that there may be in regards to our philosophy. И в конце лекции Шрила Прабхупада, он всегда спрашивал, есть ли какие-то вопросы, для того, чтобы он смог развеять какие-то сомнения, которые возникают у нашей философии. But it was very interesting how he would answer the questions. Но было настолько интересно, как он отвечал на эти вопросы. It depended on the question, depending on the question, that depended on how he would answer. И в зависимости от вопроса зависел его ответ на этот вопрос. So, some questions he would not answer at all. И на некоторые вопросы он предпочитал вообще не отвечать. Some questions he would throw the question back at the person.
И некоторые вопросы он отбрасывал назад человеку. Here's some examples. И вот несколько примеров. This is from a Vaishnavi disciple. Вот это вопрос задала одна Вайшнави. Soon after Prabhupada performed my marriage, I wrote him a letter. После того, как Шрила Прабхупада провел церемонию моей свадьбы, я написала ему письмо. And I asked him about sex life. И я спросила его про сексуальную жизнь. Within the Grihastha Ashram. В Грихастха Ашраме. Prabhupada wrote back and said, и Прабхупада написал ей в ответ. I am a sannyasi. Я саньяси. This is not proper. Ну, вопрос не ко мне немного. That you ask me questions like this. А вы задаете мне вопросы такого образа. However, однако, I know that you have no one else to turn to ask. Я знаю, что вам больше некому обратиться с этим вопросом. And get an answer. И получить подобающий ответ. So I will give you your answer. Хорошо, я дам вам ответ. Of course, often this question would come up: how should a grihastha be in regards to sex life? И очень часто возникает вопрос, вот как грихастхе быть вот с этим вопросом сексуальной жизни. Because sex is not condemned by Krishna, providing it is used in Krishna's service. И вот этот процесс, он может быть использован только в сознании Кришны. But he mentioned how it was important that before conception the husband and wife should chant 50 rounds. Но он упоминал о том, что перед зачатием ребенка преданная жена и муж должны воспевать 50 кругов. Пятьдесят. Пять и ноль. One devotee asked Prabhupada. И один преданный однажды спросил Прабхупаду. How can you have union with your spouse after chanting 50 rounds? А как потом можно вообще что-то делать после того, как вы 50 кругов повторили? You become so transcendental. Мы же будем такие трансцендентные. Your senses become so illuminated with knowledge. И наши чувства они наполнятся знаниями. So how is it possible? Как потом что-либо возможно? Reply, и Прабхупада на это ответил. Yes. Да. That's the idea. В этом и идея заключается. Ultimately we give up all these things. Но мы сейчас не следуем всему этому. But he pointed out that the reason why you should chant 50 rounds. Но он сказал, что причина, по которой вы должны воспевать вот эти 50 кругов, is so that a very special soul will then enter the womb of the mother. Он сказал, что таким образом вы можете призвать к себе какую-то очень особенную возвышенную душу. And we can see this. I mean, I work with our children a lot. I love being with our children because, I mean, as Prabhupada would say, they're Vaikuntha children. И я очень люблю работать с нашими детьми, и вот они меня очень вдохновляют. И Прабхупада говорил, что эти дети, они пришли к нам с Вайкунтхи. Это необычные дети. Вы же видите. Вы видите? Была одна девочка. И ей 14 лет. And she's the daughter of one of our fathers, Bhakta Mikhail. И она дочка одного из моих последователей Бхакты Михаила. If you could see her picture, the pictures that she's drawn of Krishna. И если бы вы видели только вот эти картинки, которые она рисует Кришну. And Prabhupada. И Прабхупада. You would not believe your eyes. Вы бы просто не поверили своим глазам. 13 years old. 14 лет, 12, простите. И у нас даже есть детки, которые помладше. И когда я вижу, что они могут делать в сознании Кришны, да, мне просто стыдно становится.
Я вот так склоняю голову перед ними. Some of the kirtaniyas nowadays, they've been brought up from childhood in Krishna consciousness. И некоторые киртани в нашем движении, они уже родились в сознании Кришны, выросли в этом обществе. You give me a drum, I go bum 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 bum. Они дают мне бриданку, я вот так играю. These guys, they can do all kinds of. А вот эти ребята, они могут очень делать много таких штучек разных на бриданке. Are you one of them? А вы умеете, да? Yeah. Look at him. Посмотрите на него. A saint. Он святой. This is why we should chant 50 rounds, because then some very special soul will come. Именно поэтому мы должны повторять 50 кругов, потому что какая-то особенная душа может прийти к нам. Prabhupada said that the demigods themselves are lining up to join the Hare Krishna movement. И Прабхупада говорил, что сами полубоги, они выстраиваются там в очередь для того, чтобы прийти сюда и присоединиться к движению сознания Кришны. To be born in the Hare Krishna. Они хотят родиться в обществе сознания Кришны. When my son was born, когда родился мой сын, my wife wanted to give him natural birth, but my son was so big. Моя жена хотела родить его естественным образом, но он был настолько большой. When in the hospital, when the nurse held him up. И в больнице, когда медсестра подняла его вверх. He looked as if he was 1 year old already. Он выглядел так, будто ему был уже один годик. His nurse said, "Wow, big boy." И медсестра сказала: "Ого, какой огромный мальчик." I said, "Yeah, and we're vegetarians." Я сказал, да, мы вегетарианцы, потому что. But of course, it's not just about vegetarians. Но, конечно, дело не только в вегетарианстве здесь. The demigods are very powerful souls. Полубоги, они очень могущественные души. I do believe that my son came somewhere special. И я верю, что мой сын пришел откуда-то оттуда. So. Грихастхи out there, remember this. И все грихастхи должны очень хорошо помнить об этом. My son never cried. Мой сын никогда не плакал. Never cried. Никогда не плакал. He was always laughing. Он всегда смеялся. Not even when he was born did he cry. Он не плакал даже когда он родился в этот момент. Slap him only, still. Его имя, а он все равно держал и улыбался. Another question. Еще один вопрос. In your teachings of Lord Chaitanya, в учении Господа Чайтаньи, I read that one should follow an eternal residence of Vrindavan. Я слышал, что нужно направиться во Вриндаву. Could you tell me about this? Можете рассказать мне об этом? Prabhupada's reply. И Прабхупада ответил. Don't try for this. Даже не пробуйте сделать это. That is for advanced topic. Это только для очень продвинутых людей. It will automatically be revealed to you. Вриндаван, он со временем сам откроется вам. Just go on serving. Просто продолжайте служить. And back in those days, there was a group of devotees in Los Angeles that were meeting, secretly meeting, and discussing their siddhasvarup, their eternal form of spiritual wealth. И в то время была одна группа в Лос-Анджелесе очень продвинутых преданных. Они собирались и говорили о сварупе. Yeah, one devotee was practicing how to be peacock. И один преданный, он практиковал вот как быть павлином там в духовном мире. When Prabhupada heard about this, и когда Прабхупада услышал, что происходят такие вещи, he was furious. Он разгневался не на шутку. Do you want to see Prabhupada angry? Вы когда-нибудь видели, как Прабхупада сердится? Just do something like that. Никогда не делайте что-то подобное. I've seen Prabhupada angry. Потому что я вот видел, как Прабхупада гневается. He brought the devotees into his room. Он звал преданных в свою комнату. Where have you got this nonsense? И откуда ты вот взял в свою голову вот эту чушь? Where? Откуда? Where have you got this nonsense? Да откуда тебе мысль такая вообще пришла в голову? Have
after some time it was understood that the devotees had been to one temple in Vrindavan. И спустя время мы поняли, что they learned it from a temple in Vrindavan. И Шрила Прабхупада узнал это из одного храма в Вриндаване. Преданные знали это из одного храма в Вриндаване. You have to be careful if you're going to Vrindavan for the first time, go with someone who has been before. И когда вы направляетесь во Вриндаван, нужно быть очень осторожным и лучше поехать с тем, кто уже был там. There are many devotees in Vrindavan. Во Вриндаване очень много преданных. They're not necessarily parabhaktas. Но не обязательно, что они парабхакты. They can distract you and misguide you. Они могут завести вас куда-то не туда. Prabhupada explained about the Siddha Swarup. He said that is for later. И Прабхупада говорил, что оставьте вот это на потом. It will be revealed through the holy name or by your spiritual master. Вриндаван, он явится перед вами немного позже, после того, как вы хорошо попрактикуете по милости вашего духовного учителя. He gave the example. И он приводил пример. That if you go to a drug store, что если вы зайдете в магазин, где продают наркотики, must have a subscription. У вас должно быть какое-то рецепт. Then you can get your medicine. И вы можете получить лекарство, если вы зайдете в аптеку. You cannot go into a drug store. Вы не можете зайти в аптеку. I'll take that one, that one, that one. И сказать, что вот я хочу взять вот это, вот то и вот то лекарство. You will not get anything. Вы ничего не получите. So spiritual life is like that. You cannot walk. You cannot run before you walk. You've got to take Krishna consciousness step by step. И в духовной жизни именно так же. Вы не можете научиться бегать перед тем, как вы научитесь ходить. Нужно шаг за шагом продвигаться в сознании Кришны. Another devotee asked Prabhupada. И еще один преданный спросил Шрилу Прабхупаду. Can you give me the mercy, the blessings to chant 64 rounds in Vrindavan? Можете мне дать благословение такое, повторять 64 круга во Вриндаване? Actually, it's Радхакунд. На самом деле, на Радхакунде. Prabhupada's reply. И Прабхупада ответил. No, I will not give you mercy for that. Нет, я не дам тебе такого благословения. There are already so many monkeys there already. Там и так уже очень много обезьян без тебя. Another devotee asked for 64 round blessing. И еще один преданный попросил благословения на 64 круга. It wasn't a blessing. Нет, не было это благословение. He came to Prabhupada and said, Prabhupada, I just chanted 64 rounds. Он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что я только что прочитал 64 круга. Prabhupada's reply. И Прабхупада ответил на это. Then what did you do? А затем что ты сделал? Then what did you do? А затем что ты сделал? In other words, he wasn't impressed. Он не был впечатлен. Devotional service has to be performed on a daily basis. Преданное служение нужно совершать каждый день. He would call these devotees who want to do 64 rounds. They're just going somewhere to sleep. И он сказал, что вот этот преданный, после того, как 64 круга прочитал, он пошел и где-то спал. It may be something you can do later. Возможно, можно сделать что-то позже. But our bodies are Western bodies and they need to be engaged. Но наше тело, вот это американское, его нужно вовлекать в преданное служение. Like that, he would say. Engage yourself in devotional practice. И именно вот так он говорил, что вовлекайте себя целиком и полностью в преданное служение. Just go on serving. Просто идите и служите. And then you have questions. I'll stop now. One more. Then you have questions like from reporters or something. И также он получал различные вопросы от репортеров. Prabhupada first came to UK, United Kingdom. И однажды Шрила Прабхупада приехал в Великобританию. The reporters asked him at the airport. И репортер спросил его в аэропорту. Why have you come here? Зачем вы приехали сюда? And Prabhupada's reply. А Прабхупада ответил. I've come to teach you what you have forgotten. Я приехал для того, чтобы научить вас тому, о чем вы забыли.
love of God. Вызвали о любви к Господу. And that was a little bit like an insult. И это, может, и звучало как оскорбление. For the reporters. Для репортеров. You know, how dare he say like that? Да как смеет он только говорить вот такие вещи? So they decided, well, let's try to make fun of him. И они решили, что нужно как-то высмеять его. So then one reporter said. И затем один репортер сказал. Have you come to walk on water like Jesus Christ? He walked on water. А вы что пришли сюда ходить по воде, как Иисус Христос это делал? It's just like someone throwing water at you. И вот так, как кто-то просто берет и воду в лицо. I throw this water at you. Вот если я сейчас возьму и вылью вам воду в лицо. How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? Not nice. Не очень хорошо. But Prabhupada was able to catch the water. Но Прабхупада он мог словить вот эту воду, которую бросали. Throw it back. И назад вот так ее. Right in the face. Прямо в лицо. He said. Он говорит. Ah, walking on water, not a problem today. Он говорил, ходить по воде вообще не проблема сейчас. Purchased a ticket for a ship liner. Вы просто идете и покупаете билет на пароход. And you can walk on water. Вы можете ходить по воде. Dance on water. Танцевать на воде. Sleep on water. Спать на воде. No. Нет. I have come. Я пришел. To take your boys and girls from the back streets of London, Birmingham, Manchester. Для того, чтобы забрать ваших детей из затворков Манчестера и превратить их в настоящих вайшнавов. Вот зачем я приехал. See how powerful. Вы видите, насколько мощно, могущественно. Fearless. И бесстрастно. Because this is the tendency with non-devotees. They want to make us feel guilty. И вот в этом заключается тенденция, что непреданные, они хотят сделать так, чтобы мы почувствовали себя виновными. Who do you think you are? Да кто вы думаете, вы такие? Well, I'm a devotee of Krishna. Ну, я преданный Кришне. Well. Ну? Yeah. Да. Just be fearless. Просто будьте бесстрашными. Give it to them what they need. Дайте им то, что они хотят. Their world is going to hell. И их мир, он разрушится. And this knowledge is important. Вот это знание, оно очень важное. Otherwise, it's the blind leading the blind. Иначе просто слепой будет вести за собой слепого. You know this story. Вы знаете вот эту историю, the blind leading the blind. В которой слепой ведет слепого? And you know the story of the emperor and his new clothes. И вы знаете историю о царе в своей новой вот этой одежде? A tailor said, "My dear king, I'm going to make you some new clothes, and they will be such wonderful clothes that everyone will love them." И человек, который шил одежды царю, он сказал, что я пошью сейчас тебе такие одежды, ты будешь очень отлично в них выглядеть. И все, кому не понравятся эти одежды, на них можно будет повесить ярлык, что это глупец номер один. И король, он был заинтригован. Давайте, сделайте такие одежды. И спустя один месяц эти одежды поднесли к королю. By this time the word had got around that the king is going to get some new clothes. И за этот месяц по округе распространились вести, что король получит новые одежды. And Taylor said, "Look, you can put these clothes on now and walk around the town. Everyone is waiting for you." И царю сказали, что ты должен одеть вот эти одежды и пройтись по городу. But there was no clothes there. Но одежды перед ним не было. And the king was thinking, "Well, I don't want to feel like a fool. Okay, I'll put them on." Но король сказал, я не хочу выглядеть глупо. Хорошо, я это надену. And he put his new clothes on. И он надел на себя новые одежды. And then he went parading in the street. И он вот так вышел на улицу. Flowers were being rained down on him. Цветы на него сыпались.
There was dance and singing and drums playing. Все вокруг танцевали, пели, били в барабаны. Everyone shouting, how wonderful the king's new clothes. И все кричали, какие восхитительные новые одежды у короля. And then one child. А затем один ребенок. Suddenly said. Внезапно сказал. The king has no clothes on. Да король, он же голый. And when they heard it was a child. И когда он услышал ребенка. Maybe the king doesn't have any clothes on. И все вокруг сразу же подумали, ой, а возможно на короле нет никакой одежды. No, the king has no clothes. На короле нет одежды. So this is like Prabhupada. He came like a little boy. He didn't present himself to be so special. He humbly presented Krishna consciousness and he told the people, you're naked, you have no Krishna consciousness. The only way you will be happy is to accept Krishna consciousness. И вот так и Шрила Прабхупада, он пришел как вот этот маленький мальчик. Очень смиренно он указывал людям, что вы сейчас как вот этот король стоите голые, что у вас нет сознания Кришны. He said that the basis of this Krishna consciousness. И он сказал, что основа сознания Кришны. Is to simply take the holy name seriously. Это просто воспринять Святое Имя серьезно. The Hare Krishna Mantra. Hare Krishna Mantra. Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He said, if you take this mantra seriously, он сказал, что если вы примете эту мантру серьезно, on a day-to-day basis, и вы будете осознанно это делать, повторять ее каждый день, you'll see how your life will change. Вы сразу же увидите, как будет меняться ваша жизнь. How all the impurities within your heart and mind will disappear. Как все нечистое начнет потихоньку исчезать из вашего сердца и ума. I will demonstrate it from this. И я сейчас продемонстрирую вам кое-что. This is the king of Vrindavan, Krishna. Вот перед вами король Вриндавана, Кришна. These are nine anartas. А вот девять анарт. We want to get rid of these nine anartas. Мы все очень хотим избавиться от этих девяти анарт. We will put them down on top of the king. И сейчас мы положим эти девять анарт сверху на Кришну. We will chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. If your chanting is pure. И если ваше воспевание чистое, those nine anartas are no longer there. Вот эти девять анарт, они исчезнут. Ариво! Ариво! Where have they gone? А куда они делись? Krishna has taken them away. Кришна их забрал у нас. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Prabhupada ki jai. Any questions you'd like to ask? Может быть, есть какие-то вопросы? Как выявлять в себе лицемерие и как с ним бороться, чтобы оно ушло? То есть стать более чистым от лицемерия? All the how do I questions, Prabhupada would simply say, continue your chanting and service. And all the how do I questions will be resolved.
И на такие вот вопросы Шрила Прабхупада всегда имел ответ, что нужно повторять Харе Кришна Махамантру, и наши анатхи, они уйдут сами собой постепенно. How do I control my mind? И как же мне контролировать свой ум? You cannot control your mind. Вы не можете контролировать свой ум. How do I control my senses? Как мне контролировать свои чувства? You cannot control your senses. Вы не можете контролировать свои чувства. But what we can do is let the holy name do it for us. Но что мы можем делать, так это позволить Святому имени сделать это за нас. All impurities. И все анатхи, все нечистые. Нечистые эмоции. All tiredness. Вся наша усталость. Laziness. Лень. Lethargicness. Will all disappear. Все это исчезнет. Просто повторяйте Харе Кришну. Хари Бол.